Статья в американской газете Wall Street Journal вызвала резкую критику со стороны китайского посольства в США. Пресс-секретарь ведомства Джоу Хайцюань направил в редакцию делового ежедневника письмо с возражениями. Он назвал неуместным стремление авторов связать проблему Южно-Китайского моря с территориальными амбициями КНР. По словам дипломата, спор вокруг китайских островов и рифов вызван их незаконным захватом другими странами. В своем письме представитель посольства описал историю региона и подчеркнул, что иск, поданный Филиппинами в Гаагский арбитраж, не имеет легальных оснований. Джоу Хайцюань отметил, что Китай обладает суверенитетом над островами в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Он также подчеркнул, что предложение авторов статьи увеличить военное присутствие США в регионе безответственны и опасны. Операции американских ВМС и ВВС, отмечает дипломат, могут привести лишь к дальнейшей эскалации обстановки.